Если ты оглянешься вокруг и будешь достаточно внимательным, то наверняка заметишь, что знакомых тебе людей можно поделить на 4 типа. Это теоретики, практики, решалы и креативщики. И даже если тебе покажется, что типов должно быть куда больше, поверь, любой человек, о котором ты сейчас подумаешь, уже относится к одной из этих 4 категорий. Любопытно, что у каждого из них есть свое характерное поведение, свои сильные и слабые стороны, а также любимые темы для общения и особый вкус счастья. Я уже молчу о подходящих профессиях и о том, что ты тоже относишься к одному из этих 4 типов. Давай теперь по порядку о каждом из них. Уверен, из всех твоих знакомых найдется хотя бы один теоретик. Как это понять? Теоретик много думает, философствует и теоретизирует. Относительно других он немного молчалив, взгляд витающий, немного улетевший. Космонавт, короче. Прямо отвечать на вопросы теоретику трудно, и он постоянно умудряется говорить как-то в общем целом, не углубляясь в подробности. И даже к простым ответам он заходит как бы издалека. Из-за этого часто остается ощущение, что вроде бы и пообщались, вроде бы все было на русском, но конкретики в сухом остатке как-то маловато. Всегда остается что уточнить и не хватает практических выводов. Как будто говорить загадками и о подробностях ты должен догадаться сам. У теоретика довольно чувствительная психика, склонность к эмпатии и меланхолии. Зачастую теоретик нерешителен, но не потому, что он слабовольный человек, а потому, что прежде чем делать, ему все нужно хорошенечко взвесить и обдумать, а на это необходимо время. Любимая тема теоретика – это все, что нельзя пощупать здесь и сейчас. Какие-то планы на будущее, перспективы, концепции, теории, идеи, его собственное переживание и, безусловно, рефлексия. Много рефлексии. Большая часть того, о чем он говорит, сначала пропускается через его внутренний мир и только затем, уже переварившись внутри, озвучивается. Вкус счастья теоретика – это понимать. Для того, чтобы достичь понимания чего бы то ни было, ему не жаль ни сил, ни слов, ни времени. Это любитель изучать, узнавать, анализировать, докапываться до сути явлений. Забери у теоретика возможность искать смыслы и получишь грустного теоретика. Короче, получается такой себе образ мыслителя, аналитика, романтика, эмпата и философа. О том, какие профессии подходят теоретикам, я расскажу в следующий раз. А сейчас поговорим о решалах. Решала – это полная противоположность теоретика. Зачем столько теоретизировать и 7 раз отмерять, если за то же самое время можно будет уже 7 раз отрезать, ну и в случае чего пришить это все обратно. Короче, решалы много действуют. Их мотивируют не только достижения, но и сам процесс преодоления трудностей. Обычно решалы крайне нетерпеливы. Результатов хочется больших, много еще на вчера. Несмотря на плотный график, они придумывают себе новые марафоны, курсы, встречи, челленджи, в общем, все что угодно, лишь бы ощущать движение вперед. В таком режиме трудно успеть все, так что, как следствие, решала меньше продумывает наперед, зато успевает набить больше шишек, что тоже весьма ценно. Также у него весьма устойчивая к испытаниям психика и склонность к холерическому типу темперамента. Любимые темы решалы, в отличие от теоретика, всегда осязаемы и конкретны. Это либо то, что я уже совершил, либо то, что я еще собираюсь совершить, а повод найдется. Это могут быть путешествия, повышение по карьере, новые дома, автомобили, новый статус, что угодно. Единственное, что трудно дается решалам, так это рефлексия. До какой-то степени мы все занимаемся самоисследованием, но решал этот вопрос часто окончательно запутывает. Вкус счастья решалы прочно связан с достижениями. Это мотивация, цели, выход на новые горизонты и прочие способы перерождения из одного качества в другое. И если теоретика социальная ответственность пригружает, то для решала ответственность это как батарейка. Были бы идеи, а уж куда людей направить, это всегда найдется. Забери у решалы тушение пожаров, и со временем он скиснет от скуки. Короче, получается такой образ организатора, лидера, спортсмена и мотиватора. О профессиях, которые подойдут решалам, я расскажу в следующем видео. А теперь креативщики. Уже из одного названия понятно, что скучно не будет. Если в стройных солдатских шеренгах послышался острый комментарий, а затем эти стройные шеренги согнулись от смеха, значит, скорее всего, в них затесался креативщик. Среди твоих знакомых однозначно такие имеются. Как это понять? Во-первых, зачастую его не переговорить. К
коммуникабельный, красноречивый, остроумный, любит повернуть нить диалога в самом непредсказуемом направлении. И если теоретик заходит как бы издалека, а решала прямолинеен, то креативщик, говоря образно, ставит вопрос ребром и как бы ходит конем. Он достаточно гибок в полемике, так что ухо надо держать востро и следить за нитью повествования. Нет, не потому, что креативщик обязательно солжет, а хотя бы для того, чтобы помочь ему самому восстановить эту самую нить. Во-вторых, креативщик крайне непоседа. Усидчивость, собранность, терпение и дисциплина явно не его конек. Но если решала непоседлив в делах, то креативщик в первую очередь непоседлив в мыслях. В общем, как ты понял, это ребята веселые, общительные, за словом в карман не полезут, ну, а по темпераменту часто оказываются сангвиниками. Но это только так, тенденция – незакономерность. Любимые темы креативщиков вертятся вокруг чего-то уникального, оригинального, доселе невиданного. Или даже если это что-то уже виданное, то преподносится оно совершенно по-новому. Чаще всего это либо какие-то приключения из жизни, либо моделирование возможных ситуаций. Короче, фантазия. Это разные там возможности, лайфхаки, способы, темочки, схемочки, мутки, в общем, это все их конек. Так что если надо помозгоштурмить и накидать каких-то вариков, обращайтесь. Ну, к ним, не ко мне. Вкус счастья креативщики находят в том, чтобы искать и находить что-нибудь новое. Бизнес-схемы, интересные места, необычных людей, теории и концепции, в общем, все, чтобы было вау. Также полноценное счастье креативщика немыслимо без общения и новых знакомств. Так что если хочешь его загубить, просто лиши контактов и новой информации. На второй день сам приползет. Ну ладно, че это такой злой? В общем, получается такой образ новатора, предпринимателя, нетворкера, исследователя, шоумена и в чем-то даже стендапера. О профессиях, как я и говорил, чуть позже, а сейчас люди-практики. Если тебе кажется, что практики – это противоположность теоретикам, крестись – это не так. Люди-практики – это полная противоположность креативщикам, ведь если одни придумывают, то другие делают. Фантазия – не самое сильное качество практиков, зато это люди конкретных дел и поступков. В отличие от решал, практики наделены исключительной внимательностью к деталям и подробностям материального мира. Они усидчивы, терпеливы, надежны и покладисты, и кому как не им заботиться о безопасности, комфорте, уюте и красоте. Это те самые из твоих знакомых, которые таки обращают внимание на изменившийся тон твоих волос и замечают новую кофточку. Люди-практики лучше других ощущают себя в теле и способны позаботиться о всех вытекающих материальных потребностях. И даже если они никак не связаны с материей, то вся их внимательность и кропотливость переносится на любую другую сферу. Да, это чаще всего флегматики, и отсюда неспешность и медлительность, зато основательный подход к делу. Так, чтобы вот наверняка. Любимые темы практиков так или иначе вращаются вокруг Земли и за ее орбиту выходят редко. Ну, в смысле, это такие довольно земные темы. Дом, семья, еда, одежда, безопасность, комфорт, эстетика. В общем, все, без чего нам ни туды и ни сюды. Чаще всего это люди традиционных ценностей и взглядов, так что в общении с ними взамен на приключения ты получаешь предсказуемость, устойчивость и надежность. Вкус счастья людей-практиков заключается в заботе. Не путать с тушением пожаров у решал. Это такая немногословная, добросовестная, спокойная, но деятельная человеческая забота. Также большой вкус счастья практикам приносит именно телесное наслаждение. Я понимаю, у кого не спроси, никто не откажется от вкусняшек, баньки и хорошего массажа, но люди-практики в этом деле не просто потребители, но и главные созидатели, мастера и эксперты. Забери у них офлайн, оставь онлайн, и все, практик скис. Короче, вырисовывается такой образ заботливого гедониста, где-то в чем-то родителя и опекуна. Вот такие вот четыре типа людей. Я знаю, в ком-то из них ты уже узнал своих знакомых, а по поводу себя, скорее всего, еще сомневаешься. Так часто происходит, ведь глаз не может увидеть себя самого, и зачастую нам нужен взгляд со стороны. Так что, как минимум, можешь поделиться этим видео с друзьями, пусть скажут, на кого ты им похож. Но это были только общие описания. А ведь самое ценное – это то, что теперь с этим всем делать. В следующих видео я обещаю дать рекомендации каждому из этих человека-типов, и более того, скажу по секрету. В
каждой из этих четырех категорий есть еще по 4 представителя. Таким образом, у нас получается 4 типа теоретиков, 4 типа решал, 4 креативщиков и еще столько же практиков. Всего 16 социотипов. И у каждого из них свой список подходящих профессий и, о боже мой, свой уникальный тип отношений с другими типами личности. Я о совместимости, если что. Так что, если ты человек терпеливый, то до встречи в следующих выпусках. Ну а если не втерпёшь, то могу по секрету одну секретную ссылочку подогнать тут внизу, в описании к видео. И там уже описаны все 16 типов личности. И, если что, я тебе этого не говорю. Всё, пока-пока.